Всем привет, мои хорошие! Сегодня я получила заказик Faberlic, и мне уже не терпится его вам показать. На этот раз я уже готовлюсь к зиме. В общем-то, я заказала из одежды кое-что, средства по уходу за кожей, тоже уже зимнего, так сказать, варианта. И сегодня будем мы мерить, сегодня мы будем тестировать, будем пробовать все. Сначала я вам хочу просто показать, что я заказала. Ну, первое из одежды, что мне не терпится, я заказала водолазки. Водолазки есть разных размеров и разных цветов. Но так как я больше склонна так к серому, зимой у меня, в общем-то, серые, темно-серые, светло-серые, в общем, варианты. Поэтому я такой вот заказала голубой, но он не ярко-голубой, а такой серовато-голубой цвет. Ну и размер я взяла 50-52. Состав тут 95% вискоза и 5% эластан. Ну, не хлопок, конечно, но я думаю, что в принципе вискоза — это тоже очень такой хороший, приятный на ощупь материальчик. И вот она такая вот тянется, но вискоза — это нормальная, в общем-то, вещь. Я хочу ее сейчас примерить и посмотреть, как она будет на мне смотреться. Но я сразу хочу уже показать вам колготки еще. Заказала колготки теплые, тоже серого цвета, серый меланж, 200 ден, они теплые. Заказала я себе размер L, но потому что я взяла немножечко с запасом, тут еще больше размер есть. Кстати, вот размерная сетка, она есть также там и в каталоге, и размерная сетка, вот видите, и на упаковке есть. Какой тут состав? 54% хлопок, 38% полиэстер и 8% эластан. Но сейчас мы откроем и посмотрим, что у нас там за колготки. Я надеюсь, этот размер мне подойдет. Я взяла все-таки немножечко с запасом, я могла взять на размер меньше, но так как у меня вес колеблется, я то худею, то поправляюсь, и я взяла с учетом своего роста и весом как бы 80 килограмм. Да, они действительно такие плотненькие, прям хорошие колготки. Я не люблю, когда они маленькие, чтобы они там где-нибудь мне не давили или не сильно были маленькие. Я взяла немножко с запасом. Прям такие хорошие. Ну, такие колготки я обычно в мороз я одеваю под брюки. И тогда вот просто классно тепло. Я их тоже сейчас померяю. Здесь такой поясок широкий. Смотрите, какой широкий поясок. Внутри они такие как бархатистые. Классно. Так, что вам показать? Еще плоский здесь шовчик идет. Сзади два вот таких вот идут шва. Вот. И вот носочек, он такой идет тоже уплотненный. Тут носочек. И один вот тут шов. Что еще я взяла? Я взяла морозная клюква. Это набор «Зима». В этом наборе защитный крем для лица, идет для зимы как раз. Крем-концентрат для рук, тоже защитный. И защитный бальзам для губ. Вот как раз то, что нужно. У нас страдает кожа, открытое лицо, руки, губы от мороза. Сохнут очень сильно. И вот это как раз вот защитные такие средства. Я думаю, что мне это как раз то, что нужно. Хотя такой наборчик можно и подарить кому-то. Вполне даже приличный такой подарочек. Кстати, бальзам для губ, вот такой «Зима», он еще и отдельно продается. Я взяла еще один бальзам, 99 рублей стоит защитный, но так как я зимой, вообще я в принципе губы крашу редко, но в основном, когда я снимаю видео или если я куда-то там на выход иду.
А если просто там сгонять в магазин, там к дочке поехать, то, в принципе, бесцветной губной, там бальзамом я обычно губы намазала и побежала. Поэтому одного бальзама мне не хватит, он у меня быстро расходуется, и вот я взяла дополнительный, и это то, что нужно. Но я его тоже протестирую. Еще я взяла вот такие две масочки, но я взяла две одинаковые, потому что две, можно, там акция две по цене одной. Поэтому я взяла две одинаковые, которые подходят именно для моего типа кожи. Там для разного типа кожи, но вот для моего только вот такая маска. И она, вот как там на рисунке показано, какая-то темная. Вот я хочу ее тоже сегодня протестировать и вам показать. В общем, масочки для разных типов кожи есть. Еще я взяла протестировать протеиновый коктейль и протеиновый батончик. Вообще, хочу сказать, мне понравились сладюшки, которые Faberlic, печеньки понравились очень. Но печенек не было. А вот иногда хочется чего-нибудь сладенького. Но так как я сейчас опять снижаю вес, поэтому стараюсь не есть ничего сладкого из магазинов. Ну вот такой протеиновый батончик, протеиновый коктейльчик можно, я думаю, взять. Пополнение витаминов в организм идет, ну и они как бы сил придают. Батончик идет со вкусом шоколада. А коктейльчик я взяла со вкусом капучино. Я их сегодня тоже буду тестировать. Ну и еще, девочки, я взяла вот такие вот перчатки силиконовые, увлажняющие. Смотрела, думала, что это такое. Я думала, может, там какой-то крем надо наносить, потом перчатки одевать. Нет, эти перчатки пропитаны уже специальным таким составом, там, гелевым. Это для увлажнения рук, у кого руки сохнут. И это, кстати, зимой тоже актуально. Зимой руки сохнут как никогда. Этими перчатками можно пользоваться уже без лишних дополнительных косметических средств. Просто их одели на руки на 20-45 минут. И можно пользоваться 3 раза в неделю, то есть через день. Можно даже оставлять на ночь, если только на руках нету никакой экземы или каких-то раночек. Если все нормально, просто одели перчатки, пока смотрим телевизор, отдыхаем, можно их просто подержать, они увлажняют руки. Я их тоже буду сегодня мерить и тоже буду тестировать. Ну вот, девочки, примерила я водолазочку и колготочки. Хочу сказать, мне нравится. И я, самое главное, угодила себе с размером. Размер подходит мне и водолазки, и колготки. Колготки вот как раз-таки я правильно сделала, что взяла на размер больше. А если бы я взяла вот впритык, они бы мне были впритык. А так у меня есть еще немножко, где там чуть-чуть разгуляться. Так что очень здорово. Ну, а что дальше? Дальше мы начнем тестировать. Давайте перекусим. Хочу немножечко позавтракать. Сейчас я заварю коктейль и попробуем батончик. В общем, мои хорошие, взбила я коктейль. Думала, просто налью 250 миллилитров комнатной температуры воды и просто растворю. Но там написано в инструкции, что взбейте шейкером. Я думала, ложечка, не получится, оно так не растворяется. И при том стакан 250 налила, когда в блендер, в стакан, пришлось там еще доливать воды. В общем,
Короче говоря, блендером, у меня шейкера нету, блендером взбила. Получился натуральный коктейль. Он немножко густоватый такой, но я хочу попробовать его на вкус. Такой густоватый, как кисель. На вкус, вкус капучино ничего, вкус нормальный. Ну, если полезно, то можно и попить такой протеиновый, кому нужно, то берите. С разными вкусами бывает. Сейчас батончик еще хочу попробовать. Кстати, насчет колготок и водолазки. Я вам сказала или нет, там и колготки разных цветов есть, и водолазки разных цветов есть. Выбирайте, какой вам нравится. Я подобрала под себя то, что мне нравится. Вот такой батончик. Это вкус шоколада. Но так и есть. В общем, такой легкий завтрак. Сейчас перекушу и дальше будем снимать. Ну вот, перекусили, поехали дальше. Следующее, я решила посмотреть, что это у нас тут в коробочке. Я ее распаковала немножко. Тут она залеплена была. И мы откроем. Так. Ну, на такой вот подставочке небольшой. Тут у нас стоят крема и губная помада. Ну, крема я пробовать не буду, потому что, в общем-то, какой смысл? Сейчас мы все равно толку от него не поймем. А вот губную, которая у меня отдельно, я ее уже распаковала, сняла защитную пленочку. Ну, пахнет она приятно. Чем-то клубничкой, что ли. Так. И я ее хочу попробовать. Но еще я хочу попробовать вот эту вот масочку сейчас. Поэтому я сейчас беру волосы и уберу с лица остатки там косметики, кремов, губную помаду. И хочу маску эту. Мне не терпится ее попробовать. Мицеллярочка сейчас пройдусь. Так как у нас на лицо мы же губную все равно, на губы все равно маска у нас не ложится, да? Поэтому сейчас я попробую намазать. Плотненький такой консистенции, не так как обычные бальзамы, но скорее как губная помада вот такой плотности. А, надеюсь, будет защищать губы. Но это вот то, что нужно на зиму вообще. У кого губы сохнут зимой, у кого-то трескаются даже, это то, что нужно. Ну что, открываем масочку, смотрим, что там. Мне интересно, она вообще белая или она там как на рисунке черная какая-то. Ножнички нужны. Что-то там темнеется. Держать ее, как обычно, 15-20 минут. В общем, маска у меня кислородный экспресс. Маска для лица, матирование и очищение. Это для жирной кожи. Вот она такая. Кислородная. Пузыриками. Так, надо же ее как-то развернуть. Вы знаете, она на воздухе, прям смотрю, прямо пузыри, пузыри, пузыри. Прям такая кислородная прямо. Прямо кислородная. Ладно. Смешно. Зеркало не взяла. Буду смотреть в вас, как в зеркало. Ой, такая приятная масочка прямо. Не ожидала. Так вот пузырится на руках даже пена. Во уже сколько пены. Она видна, маска, это скорее всего взаимодействие с воздухом начинает пениться. Да, так и есть. Слушайте, ну на лице очень приятно. Прям, я не знаю, вот как пена на лице, вот такое вот ощущение. Прям такое приятненькое, приятненькое.
пойду быстренько смою пенку. Я хочу перчатки еще сразу. Девочки, а масочка клевая. Мне нравится. Пока я буду сидеть с маской, я хочу, чтобы мои ручки тоже сейчас, ну, по крайней мере, потестирую пока, да, что это. Что это за перчаточки? Оденем сейчас. Так. Внутри как силикон. Такой вот, как силикон внутри. Но не чувствую, чтобы там какой-то был крем или что-то такое. Так, я одену пока, наверное, одну пока перчатку. Перчатка такая плотная. Внутри, правда, силикон, а снаружи она как матерчатая. Но размер там только один идет перчаток. Он идет такой универсальный на все руки. Ну, у меня ручки маленькие, то есть пальчики тоненькие, мне вроде как ничего. А если, конечно, у кого-то руки большие, ну, придется натягивать, наверное. Но мне кажется, что у меня куда-то сползает пена. Кажется, что я больше становится. Короче, надо меньше болтать. Сейчас я перчатки одену, немножечко отключусь пока и посижу. 15 минут, 20 минут. А потом включусь. Руки при этом внутри сухие. Я думала, что там они будут какое-то средство внутри. Но там нет средства внутри. Там внутри как силикон и все. Ну, посмотрим, насколько оно поможет, насколько увлажнит мне кожу. Ну что, мои хорошие, смыла я масочку, сняла перчаточки. Что хочу сказать. Ну, во-первых, масочка суперская. Я вообще получила удовольствие. Лицо отдыхает. Вот эта пена, она так нежно ложится на лицо. Просто класс. Перчатки. Вообще-то каким-то чудным образом действительно они кожу смягчают, увлажняют. Я решила посмотреть, что здесь за состав. У перчаток состав. Это хлопок 80%, эластомер 19,5% и гель 0,5%. В состав геля входит лавандовое масло. В общем-то и весь состав. Перчатки внутри силиконовые. Они тут просто силикон и все. То есть он как сухой, он не как крем. Значит, что касается колечка. Я не сняла колечко, вы заметили, да? Но так как у меня колечко плоское, и плоские колечки, я думаю, можно и не снимать, они никак не повредят вот этому силикону. А если у вас колечко выпуклое, с камушком, да, то лучше его тогда снять, чтобы вот этот силикон не повредился, не порвался там внутри, потому что он такой вот нежненький. И это... Перчатки, они очень долгого использования, многоразового использования. А что здесь написано у нас про это? Ну, в общем, написано срок годности 3 года, а ну, не написано, в общем, насколько хватает это. Но я думаю, что это должно вообще надолго хватить. В принципе, просто одел перчатки и все. И отдыхают руки. А руки действительно отдыхают, потому что перчатки плотные, и они внутри такие нежные, мягкие. И вот как-то вот просто руки расслабляются в этих перчатках и действительно реально отдыхают. Вот. Ну и, в общем-то, если их использовать, как пишут, 3 раза в неделю, там по 20-45 минут, то не будет шелушиться кожа и, в общем, будет в хорошем состоянии руки. Единственное, что если у кого-то кожная аллергия, экзема или псориаз, то лучше тогда проконсультироваться с врачом. Если аллергия кожная, то можно их не больше, чем на 30 минут. Ну, так, по крайней мере, написано. В общем, перчатки клевые и не одноразовые. Мне это очень-очень нравится. И еще, пока я сидела в маске, я вот этот наборчик взяла и, в общем, прочла, что здесь в составе вот этих средств. Сейчас хочу вам просто сказать, что эти крема, в общем-то, дают. Значит, крем для лица защищает кожу от ветра, мороза и резких перепадов температур, снимает покраснение, шелушение, морозное раздражение, смягчает кожу, оберегая ее от обезвоживания.
не закупоривает поры, позволяя коже дышать. Прекрасно подходит в качестве основы под макияж. Идеален для любого типа кожи. Дальше крем-концентрат для рук. Имеет насыщенную текстуру. Это усиленная защита кожи рук от холода, ветра, мороза и резких перепадов температур. И защитный бальзам для губ. Смягчает и питает нежную кожу. Устраняет сухость и шелушение, эффективно восстанавливает кожу, потрескавшуюся от мороза. Я просто знаю, что мороз, конечно, он создает нам проблемы с нашей кожей и лицо, покраснение, потрескивание, шелушение, губы трескаются, лопаются у некоторых людей. И вот это вот прямо идеальное средство, идеальный набор именно как раз для зимы, для многих людей. Но мне он тоже вот нужен, тоже подходит. Ну все, мои хорошие, на этом, в общем-то, все, обзорчик мой закончился. Я, в общем, всеми покупками довольна. Мне все это нужно, как раз вот к зиме, то, что нужно, приобрела. И прям такое счастье, прям какие-то такие сокровища у меня появились. Заказывайте, советую. Ну, а на этом все, видео заканчиваю. До новых встреч всем. Все, кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!